вот это отель Crown Plaza, в котором я живу. Это бедные россияне, которые ездят на BMW. Бедные нищие, конечно, русские, которые тут ходят по улицам. Бомжи, бомжи просто. Видно, что в России доедают последних ежей. Судя по количеству иномарок на дорогах и хорошо модно одетых людей, видно, как здесь доедают последних ежей. Они отказались, это в краевой нашей нейромат. Угу. Вот мой отель. Краун Плаза, он же бывший турист. И тут всякие ночные клубы. И вот такие вот нищенские машины, которые здесь везде стоят на входе. Доедаем последних ежей, как вы понимаете. Краун Плаза. Центральная улица Краснодара, площадь драмтеатра вот здесь. Это вход в отель.